Это ты там сейчас? А, пиздец, да, я сейчас видел. Ну все, я тут. Иди тогда в сторону своего дома. Или сейчас я развернусь, подъеду. Сейчас развернусь, подъеду туда, к автобусу. Едем. Что за херня была? Подрезали, говорят? Вроде как. Ну если регистратор есть, но что-то от кабины мало что осталось, хуй-то нет. Что, ты не пострадал? Да у меня царапина тоже. Все. Что? Что мне сейчас с ним, блядь, делать нахуй? Ну у тебя такой так целый, у меня вообще пиздец, говно. Пиздец, похоже на большой скорости, да, ехали? Нормально было, да. Резко свернул сразу. Скорость нормальная была. Да нет, скорость так себе была, просто... Ну где-то 40. По факту, резко. Никто не был готов, просто все не держались. Все, всех сразу. Я вообще не охуел, блядь. Из сидений и стоячих, тем более, короче, сразу же сложил. Я вообще кулаком. Что, поехали же? Поехали.